Стена из бетонных плит возле 105-го дома по улице Черевная разрушилась почти год назад из-за сильной непогоды. Ее построили, как и сам дом, около 20 лет назад, чтобы предупреждать смещение грунтов. Была тут стена у нас изначально выстроена еще, перед сдачей дома тут так запланировано было. Подмыло вот эти блоки все, уже прошло тут 20 лет, оно постоянно текло, и вот привело к тому, что эта вся стена завалилась. С того времени последствия запорожской бури жители этого и соседних домов наблюдают каждый день. Коммунальные службы города долгие месяцы не берутся устранять эту проблему. А куда мы звоним все? Уже КП основания 1580. Приняли заявление, написали, зарегистрировали номер заявления, пообещали на второй квартал там того года. Как видите, там никто не приезжал, не приходил, ничего не делал. Починить разрушенное заграждение жильцам пообещали теперь к концу 2015 года. Разваленные бетонные плиты не только создают неэстетический вид из окна жильцов. Заграждение перестало выполнять свою основную функцию – удерживать грунт. Грунт начал сунуться сюда. Ближе к дому сюда, тем самым засоряет ливневку, ливневка не справляется, идет вода под дом, вы видите, там вот есть провалы уже, асфальта, вода идет непосредственно в подвалы. Пока коммунальщики бездействуют, жильцы дома боятся, что проблема усугубится еще больше. Следующие оползни могут разрушить трансформаторную будку, которая стоит на краю оврага. Грунт-то насыпной. Поэтому оно пойдет дальше. Общаться с нами представители коммунального предприятия «Основание» отказались. А вот из ответа на информационный запрос удалось узнать, почему работы перенесли с весны на конец года. Роботи було перенесені через великий обсяг ремонтних робіт та у зв'язку з необхідністю проведення підготовчих робіт. А саме для під'їзду спецтехніки необхідно виконати роботи з видалення та коронування дерев та планування земельного покриття. Совпадение или нет, но согласно запросу, расчищать территорию коммунальщики начали 10 августа. А вот разглашать количество денег, необходимых на восстановление бетонного заграждения, основание не захотело. Екатерина Свириденко, Эдгар Копытов, ТВ5.